Я полетела! Совсем недавно начал функционировать новый экстремальный аттракцион, а именно троллей над Воронежским водохранилищем. А сегодня именно я лично испытаю на себе этот воздушный вид транспорта и поделюсь с вами своими эмоциями. Да. Мне ладошки вспотели. Я полетела. Сергей, ну расскажите, пожалуйста, вообще в целом о троллее. Длина, высота, с какую скорость приобретает человек? Длина 411 метров, высота у нас здесь получается 9 этаж примерно, то есть это в районе 35-36 метров у нас стартовая площадка. Скорость в целом небольшая, то есть у нас здесь были произведены расчеты для того, чтобы это все было в рамках разумного. Весь маршрут длится там порядка 40 секунд. А сколько стоит билет? В будний день билет стоит 900 рублей, в выходной 1200. Оправдана ли цена и будет ли спрос, как вы считаете? Поживем, увидим. Кому это может быть интересно? Мне кажется, всем гостям города, да и жителям города, любому активному человеку это может быть интересно. Как считаете, это на один раз развлечение или многоразовая акция? Вы знаете, когда сам первый раз проехал, понял, что ничего не понял, и поэтому сразу же поехал еще раз. Поэтому я думаю, что лучше все-таки несколько раз попробовать. Нужна ли физическая подготовка? Нет. Тут важно просто соблюдать параметры по весу. 40 до 120 килограмм – этого вполне достаточно. То есть изначально будет проведен инструктаж? Ну, вы одеваете страховочную систему, у вас встегивают в ролик, и вы едете, все. Будет ли возможность прокатиться над ночным Воронежем, или это дневное развлечение? Ну, пока мы планируем это как дневное развлечение. В целом, как это, запрета на полеты у нас нет в ночное время, но пока работаем днем. Не так было страшно, как я себе это представляла. 40 секунд полета заставили меня улыбнуться. Если ты любитель легкого экстрима и прекрасных видов, предлагаю тебе хотя бы разок попробовать пролететь с ветерком над Воронежем.